Друзья, всем привет! Сзади нас Ленинградский вокзал. Через 2 недели поезд из этого вокзала стартует в город Санкт-Петербург, где пройдут наши сборы с Badminton Open. Первые сборы в России. С учетом того, что сбор будет коротким, мы разработали программу, которая будет направлена на улучшение атакующих ударов, техники этих ударов, а также различным тактическим взаимодействием и схемам. Это вообще отличный вариант провести уикенд, так как зал располагается в самом центре, рядом с набережной Фонтанки, поэтому у вас будет уникальная возможность прокачать свои навыки в бадминтоне и насладиться красотами одного из самых красивейших городов России – Санкт-Петербург. Ждем вас! Также мы уделим особое внимание началу розыгрыша, подача, прием и третий удар. Мало кто делает акцент на этих вещах, но это самое важное в парной игре. Поэтому мы готовы помочь вам рассказать, как сделать это правильно. Сборы начинаются в четверг, 27 июля, с вечерней тренировки в 16:00. Всего таких тренировок будет 6. Не упустите свою возможность. Количество мест ограничено.